В Ненецком округе объявлен сбор средств на лечение нашей землячки Марии Неверовой. Девушка в начале января впала в кому после неудачного приземления при прыжке с парашютом. Сейчас Мария находится в больнице города Черкесска. У нее диагностированы множество переломов. Добрая улыбка, светящиеся от счастья глаза и парашют на плече. На этой фотографии Мария Неверова. Девушка профессионально занималась скайдайвингом. Так называют парашютный спорт. На счету Марии более 111 прыжков. 3 января приземление закончилось неудачно. На кадрах видно, как при заходе на посадку Мария сваливается на землю с большой высоты – около 30 метров. Все произошло на аэродроме в Кисловодске во время сборов по пилотированию. Травмы достаточно тяжелые она получила при приземлении. Повреждено у нее достаточно много частей и органов тела, то есть переломы лицевых костей, переломы ребер, множественные переломы таза, переломы обеих ног, открытый перелом правой ноги, открытый перелом левой ноги, перелом шейки бедра, это вот только по костям. У нее множественные очаги контузионные головного мозга, то есть это тоже небольшие повреждения, которые сейчас как раз не дают выйти ей из тяжелого такого состояния, она находится в коме первой степени. Вот. Машу госпитализировали в течение 40 минут, и это, в принципе, спасло ее жизнь, потому что очень большая кровопотеря, больше 3 литров крови она потеряла при получении травм. Ее очень оперативно перевели в реанимацию, естественно, фактически в первые несколько часов спасли ей жизнь. Сейчас Мария находится в больнице Черкесска в тяжелом состоянии. Для дальнейшего лечения девушку необходимо транспортировать в Москву для размещения в специализированной клинике. На оплату самолета и последующего лечения необходимо более 4 миллионов рублей. К сбору подключились и жители Нарьинмара, чтобы помочь своей землячке. Про Машу могу сказать, что она человек, который сам себя сделал. И в школе она хорошо училась, и была заводила. И в институте. А училась она в Патриса Лумумба. После окончания университета она осталась в Москве, работала в компании, вышла замуж. У нее растет сынок, 11 лет мальчику. И Маша лет 8 назад увлеклась парашютным спортом. Ездила по всей стране, ездила за границу, совершали они прыжки. У нее все получалось, она любила очень парашютный спорт. И увлекалась альпинизмом. Вот в марте прошлого года она покорила Эльбрус. Да, была на восточной и западной вершинах. Были планы обширные и большие. И вот совсем на днях пришла ужасная весть о том, что Маша совершала прыжок и разбилась. Мы, конечно, очень за нее переживаем. И хотим, чтобы Маша вышла из комы. И желаем ей скорейшего выздоровления. Класс был очень дружный. Все объединились, все переживают, помогают, кто чем может. Но, безусловно, средств не хватает. Надо участие большего жителей региона. И я бы хотела попросить, кто чем может, помогите, пожалуйста, Маше. Перевести любую сумму можно на карты родителей Марии, Татьяны Куценко и Анатолия Неверова.